мяч, ворота и 16 футбольных команд. То, что этот турнир необычный, выдает копилка для сбора денег. На этот раз футболисты борются не только за победу, но и за достижение общей цели – помочь ближнему. У нас есть мечта. Мы хотим купить каталку для онкоцентра, которая опускает пациента до уровня кровати, чтобы после операции его можно было спокойно перенести до кровати. Но там будет достаточно большая сумма. Если у нас получится собрать, мы купим эту каталку. Все эти команды, которые у нас играют, они сразу согласились играть. Ну, то есть цель-то хорошая, благая. Судьи тоже судят матчи бесплатно абсолютно. Сейчас вот девочки, которые собирают взносы, говорят, то, что сдают команды не только, которые участвуют, а еще те, которые просто приходят, просто зрители приносят. Мы участвуем в подобных соревнованиях второй раз. Первый раз мы участвовали буквально неделю назад, тогда мы сами проводили первый благотворительный турнир в нашем городе. Мы собирали денежки для реабилитации маленького мальчика Илюши, у которого диагноз хронический ДЦП. В тот день из нужной суммы было собрано всего лишь за один день порядка 20%. Однако, как сообщается на странице фонда «Наши дети ВКонтакте», деньги так и не дошли до своего хозяина. Непонятным образом ящик с пожертвованиями исчез, а в нем находилось примерно 9 тысяч рублей. Но ребята не отчаялись, ведь в их силах изменить чью-то жизнь. Если такие турниры будут проводиться стабильно и очень часто, то детей, которым мы могли бы помочь, станет намного-намного больше.